600 миллионов рублей на завершение строительства Вагановского животноводческого комплекса. Такой кредит предоставил Россельхозбанк холдингу «Сибирский деловой союз». Его президент Михаил Федяев встретился в Москве с председателем правления этого банка Николаем Патрушевым. Вместе обсудили вопросы стратегического развития современного молочного производства в Кемеровской области. Крупнейший животноводческий комплекс, оснащенный по лучшим мировым технологиям, возводится в селе Ваганово Кемеровской области с привлечением кредитов Россельхозбанка. Ваганово уже входит в ряд действующих сельхозпредприятий Кузбасса. Сдана в первую очередь комплекса «Коровник» на 600 голов, родильное отделение, доильный зал, лаборатория по пересадке эмбрионов, пункты искусственного осеменения, бытовые помещения для животноводов и другие объекты. На встрече с Дмитрием Патрушевым принято решение о предоставлении холдингу второй очереди кредита в размере 600 миллионов рублей, которые будут в ближайшие две недели направлены на завершение строительства Вагановского комплекса.